Тём, расскажи, каково это играть без своего капитана? Без своего капитана? Ну, его замещал хорошо Илья Южанинов, поэтому команда справилась. Достойная замена. По первому матчу с битами, что не получилось у команды? Почему во втором тайме, когда можно было исправить ситуацию, получилось так, что была равная игра, и соперник больше играл на удержание счета, нежели на то, чтобы хотя бы его развить? Ну, соперник воспользовался в первом тайме нашей расслабленностью небольшой. Ну, забили два мяча быстрых. Вот. Мы постарались ответили, но они грамотно оборонялись, и мы не смогли открыть счет нашим голам. А по второму матчу, смотри, вели 3-0, было все хорошо, а потом во втором тайме, что произошло с командой и почему посилисты позволяли сопернику создавать все более опасные моменты, что это было, расслабленность или просто соперник наоборот разыгрался и начал уже, скажем так, давить на вас? Ну, просто парень молодые, они вышли с амбициями, настроились хорошо, видно было, что заряжены на победу были. Вот. Ну, а мы грамотно старались обороняться, где-то были провалы, но в целом счет 3-2 нас устроил вполне. Поэтому главное 3 очка. Будем настраиваться на следующие игровые выходные. Смотрите, из того, что Севино уже провел целый ряд матчей, уже находится в середине таблицы, насколько важно будет команде в последних матчах зацепиться за очки, чтобы финишировать как можно дальше и от зоны вылета, и от зоны стыков? Ну, будем стараться выиграть в каждом матче, но всегда настраиваемся на победу. Вот. Но иногда физические кондиции не позволяют играть лучше. Скажем так. Хорошо, спасибо, удачи вам.